Шорты, майки, кроссовки и плотно собранные волосы на игровой площадке спортсменки баскетбольного клуба «Химки Пауэр». Главное, чтобы ничего не мешало движениям на тренировках. От домашней работы будет зависеть результат на Кубке России, который стартует 30 сентября в Сочи. Пока девушки бросают мяч, парни разминаются в тренажерном зале. Важно прогреть мышцы, ведь в этом виде баскетбола много силовых приемов. Обе группы спортсменов – это члены команды «Химки Пауэр» по баскетболу 3 на 3. У нас должен игрок, даже если он маленький, маленького роста, он должен уметь защищаться со всеми позициями. Он должен при размене защищаться внизу с большим игроком, он должен уметь давать сильный контакт. Баскетбол 3 на 3 играется на половине стандартного поля. Игроки должны забросить мяч в корзину за 12 секунд. Задача оппонентов — мяч перехватить, пересечь дуговую линию и атаковать корзину. Игра длится всего 10 минут, счет ведется до 21 очка. Это более динамичный и жесткий вид баскетбола, где химчане показывают неплохие результаты. Так, например, женская команда была образована в прошлом году и сразу забрала 4-е место на чемпионате России и 2-е на гранд-финале в международном турнире с сильнейшими командами. Секрет в желании играть, в желании побеждать, особенно девочки, которые никогда ничего не выигрывали, ну, в основном, там, одни соревнования, возможно, где-то, то очень большое желание побеждать, в этом и весь секрет. Прогрессировали девочки как индивидуально, так и как команда, и даже будучи на соревнованиях в Екатеринбурге на гранд-финале, мы прогрессировали от игры к игре. Баскетбол 3 на 3 дебютировал на Олимпиаде в 2021 году. Тогда в Токио сборная России заняла 2-е место. Примечательно, что 3 из 4 участников, а также главный тренер сборной, были членами Центра спортивной подготовки номер 5, базирующегося в Химках. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.